Европу в октябре и в ноябре ожидает новый всплеск смертности от коронавируса. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. По ее данным, число заболевших в последние недели стремительно растет, особенно в Испании и Франции. А во всем мире ВОЗ в понедельник зафиксировала рекордный с начала пандемии прирост числа заразившихся – почти 308 тысяч человек. Я думаю, в середине октября будет то же, что в феврале или в марте. Проблема в том, что если заболеваемость возрастет так же резко, как тогда, то система здравоохранения опять может не справиться, и нас ждет такая же катастрофа, как и в первый раз. Страны ЕС постоянно ужесточают санитарные правила, при этом политики подчеркивают, что хотели бы всеми силами избежать повторного тотального карантина, поскольку он приведет к экономической катастрофе. Несмотря на такую опасность, повторный локдаун уже вводят в Израиле. В руководстве ВОЗ на этом фоне призывают не возлагать особых надежд на вакцины. Вакцина не поможет. Я все время слышу, что вакцина положит конец пандемии. Это совсем не так. Мы даже не знаем, поможет ли она всем группам населения. Некоторые признаки указывают на то, что она поможет одной группе, но не другим. А если нам придется работать с разными вакцинами, это будет логистический кошмар. По данным ВОЗ, общее число случаев коронавируса в мире достигает уже 29 миллионов человек. Эксперты организации заявляют, что сдержать пандемию помогут превентивные меры – массовое тестирование и тщательное отслеживание контактов заболевших.